Ну что ж, дамы и господа, всем привет, с вами, как обычно, Дмитро, и мы продолжаем с вами играть в сердца утюгов, четвертую часть Советская Республика, мотка зерей, все как обычно, вот, по просьбе ненадолочко отодвинул вебку, чтобы показать, сколько дивизий всего, 199. Все, теперь я отодвигаю обратно. А теперь уже давайте продолжать непосредственно, мы объявили войну монгольскому ханству, которое, кстати говоря, уже... Да все, задница ему почти. Так что нам надо капельку надавить на него. Отсюда перекинуть несколько дивизий, просто чтобы фронт подержать. Сейчас. Сколько тут перекинул? Ну, давай, допустим, ну тут вот прям дофига народу стоит. А, они по цену вообще выровнялись. Ничего себе. Так, сейчас. Кто у меня тут? Ты, по-моему, командуешь. Значится. Или... Подожди, или это какая-то... Нет, тут кулик и тут кулик. Так, ну тогда в таком случае сейчас, да. Я удалю план с цином тебе. А те, кто стоял на цине, они отправятся срочно в качестве какой-нибудь отдельной армии. Не знаю, кого назначить даже. Ну, Мецкого. Отправляем сюда. В принципе, они, может быть, даже и атаковать немножко смогут. Вот так, допустим, да? Это сюда. Тык. Так, а теперь мои суперпланы. Тут у нас Фрунзе. Да? Задача для Фрунзе, как ни странно, будет пробраться и захватить все территории, необходимые для капитуляции противника. Кстати, потом, после Монголии, можно... Хотя нет, не можно... Нам надо будет пойти сначала в Доминион Индию. Да, чтобы его капитулировать заставить, а потом уже мы, может быть, пойдем в Цин. Вот. Сначала Доминион Индия нужна. Так, тут у меня горняки Горбатова. Горбатову задание вот такое. Нарисую. Вот с этим справиться и потом его в Индию кинем. На Дели. Так, ну вот, вроде бы все. Вроде бы все задачки я намалевал. Обозначил. Так, тут у нас люди вроде бы какие-то планы бахают. Готовятся. Да, все. Пошла потихоньку атака. Тут можно попробовать продавить. Если получится. Вот этой конякой. Ай, не хочешь? А ты помоги. Не забываем просто, что мы в Канаде еще балуемся тут. А ты кто такой? Социалистическая республика Хорватия. Понятно. Так. Все, люди пошли потихонечку. Что там? А, Союз Британии, наверное, хочет Монголию заступиться. Так, а вот мы, кстати, добрались до Банако. Одну дивизию буквально тут оставлю, чтобы Питена попугать. Ему там уже задница пришла практически всем его войскам, поэтому сейчас мы уже захватим провинцию. Так, Ресёч, дядюшка Ресёч. Антитанковый апгрейд. Надо бы начать производить вот эту вот всякую технику. Так, двушку я отправлю в Дакар. Потому что дядь капитан, он меня напрягает что-то. Сейчас сильно. Вот Бамако сейчас захватим, потом вот сюда пойдем. Танк выносить. Какой-то батл с пехотой. Что там по заводам? Три завода. Давай вот как раз антитанковую артиллерию бахать, потому что она пригодится сейчас. Очень серьезно. На складах есть 300 штук. А, сломанные заводы. 300 всего штук у меня артиллерии такой. Ладно, подождем, когда заводы починятся, там потом можно будет. Потому что оружие ведь тоже полезная вещь, которая нам нужна. И в шаблон пехотная дивизия, наконец-то мы добавим поддержку антитанка и поддержку базовой артиллерии. Вот так. Еще госпиталь полевой надо бы, но у нас не хватает мощностей пока что бы. Там настроить кучу всякой лабуды.
для того, чтобы этот шаблон тоже у нас был нормальный. Так, а тут, кстати, можно было бы в ручнике покомандовать. Подождите. Не тобой. Че, серьезно? Мы не можем в Германию пойти в эту. Несмотря на то, что это именно та самая Германская империя, которой все так долго это самое. Ну ладно, наверное, потому что мы на одной войне фактически с туарегами, получается вот так. Никаких ленд-лизов я вступлений в войны не буду тыкать. Дивизию давай сюда. Фейтаун. А, это немцы. Фейтаун это немцы, если что. Нафига тут линию фронта тогда мы ливали? Так, кто у нас тут? Ватучка, по-моему, ответственный. Давай я тогда удалю вот этот приказ пока. Если никакого смысла в нем нет. Так, да, и давай-ка вообще вот так. Потому что у тебя там с непонятками в приказах люди будут. Сейчас до Дакара дойдем, и я отдам тебе нормальное человеческое за... А, до Дакара мы не дойдем, там португезов дофига. Ну все, давай тогда я... Намалюю адекватный план всем войскам. Так. О, вот так. Да. И задача как раз вот Дака. Абиджан. Ну и все, там дальше дядька Петен просто сломается. Людишки стягиваются. Отлично. О! Вот тебе и батл с Доминионом Индия. Начался. Тут мы с бароном уже стычки проводим. Да, вот эту армию Фрунзе надо будет в Индию отправлять. Что мы там качнули? Мы качнули флот. А, батлшип, да? Суперхэви вкачаем. Там бонус. Очень быстро, очень быстро, очень приличный. Скорость как раз. О, музей атеизма. Отвалилась какая-то штучка. Так, и давай команда. Я как раз уже танки бахаю, так что можно, можно чувака какого-нибудь с, да, вот с чем-то таким. Armor Division, Dreist, Mechanized. Вот это вот вообще класс. Тут мне нравится. Артиллерия тоже хороша, конечно, но мне кажется, гораздо лучше будет именно бронетанк. Косовского и добавим. Высшее командование. Так вот. Дихуа сейчас возьмем уже. Мы с сыном их прижали. Нормально так. В Индию тихонечку идем. Хацка кому набивел войну? О, вообще супер. Индийскому доминиону. Молодцы. Я, в принципе, не против, чтобы дать им их провинции потом. Так, горняки наши тоже хорошо действуют. Молодцы. Так, Дихуа сейчас мы захватим. Так, барончик. Ну, по всей видимости, потеряв Дихуа, ты капитулируешь. Чингисхан 2, как я тебя обозвал. Все, Чингисхану 2 сейчас мы валяем. А, исследование-то не забудь. Надо стройки еще поднять, наверное. Мы уже давненько ими не занимались. А уже настал 41-й год, и можно их чуть-чуть качнуть. Заводы. Починились, нет? Пока нет, поэтому не буду запрягать пока. Новый коллектив сформирован. Так, смотри, тут какая интересная личность. Давай-ка мы просто помешаем. Сербия объявляет войну Болгарской социалистической республике, и мы сейчас поможем. Есть у нас тут какие-нибудь войска? Ну, есть тут небольшая армия, которую я держал. А, подожди, я же Жукова. Ну, там греки нападут, блин. А, или греки тоже напали. Да, греки... Нет, греки не напали, у них казус белли есть просто. Так, ну надо, надо тогда срочно, срочно вступаться и звать, ну, звать союзников в плане вот этих вот марионеток.
Потому что у них тут дофига дивизий, они смогут быстро отреагировать. Болгария, где ты? Это Бухарестская коммуна. Значит, Или мне автоматом эту войну дали. А, мне автоматом дали эту войну. Хорошо, тогда я сейчас попрошу сербско-советскую войну вот это позвать. Чудо. Вот это чудо. Так, в принципе, хорваты тоже могут помочь. Румыны, у которых пока тоталисты проигрывают выборы. Ну, хотя мне кажется, что в будущем они вернутся к тоталистам. Это сейчас по ивентам, может, что-то там с популярностью произошло. Ну, потому что марионетка все-таки наш. Так, и вот этих вот ребят, которые здесь оборону держали, их можно уже снимать с обороны. Это Василевский плюс Малиновский. Так, я отдам Малиновскому. План удалю. И Малиновского отправляю вот. Вот так, допустим, да? Пошел. Болгар тут пусто. Это не круто. Греки не вступились, поэтому Жукова пока, наверное, тоже отведу отсюда. Пусть он пойдет на север. Ай-яй-яй-яй, не с Румынии же. Кипец. Так. Вот так. Потому что они уже пошли на меня, негодяи. Все, наступались. Марионетчики мои. Но греки сейчас тоже нападут, скорее всего. Потому что они ведь тоже оправдывали эту цель войны. Так, оборон что-то не хочет капитулировать у меня. Почему? Потому что у него еще 5% есть. Может, где-то городок какой-то завалялся у тебя, нет? Да нет, наверное, просто паров надо пожрать у него побольше. И нормально, ну, все будет. Тут он вообще в котел улетел. Давай-ка поможем братюням нашим. Мы тут вместе с Цином хорошо, слаженно работаем. Не производится необходимое оборудование. Моторайст. О, вот как раз моторайст нам и нужен. Автоматы налегать, это, конечно, тоже клево. Так, ну сейчас, наверное, один автомат я уберу. Добавлю как раз этот мотогайст, который мне нужен на самом-то деле. Здесь мотогайст. Как там дела у меня в Канаде? О! Вообще здорово. Сейчас. Внимание! Этот чувак вообще без снабжения остался. Тут можно просто подавить и тоже отрезать врага. Так, здесь я в ручнике покомандую кавалерийским отрядом одним. Пусть он как можно дальше доберется. Как у меня там с обучением, кстати, дела идут? Обучились кто-нибудь? Нет? Нет еще. Понятно. Тогда ждем. Монголы сейчас капитульнут уже. В скором времени. Сколько там осталось? Монгольский ханат. 7%. Ну вот, 3% осталось, получается. 7%, 3% в итоге. Пакт о ненападении с Цейлоном? Ну-ка. А, что-то стрёмно как-то получается. Флаг немецкий, да, марионетка бхаратская. Ладно, я согласен писать с тобой, Я что-то не верил, что такие бывают чудики. Ну ладно. Просто это нелепо выглядело очень. Шплендит у нас тут. Ну шо, монгол, сколько там? Все, 99%. Одну пробу мы у него дожмем или цин дожмет. И посмотрим. Как там, кстати, по участию в этой войне? Мы потеряли 2к всего, монголу 44к. Да, наследники Чингисхана тоже мне. По участию в войне, я вот не знаю, сколько мы там набрали, примерно. Тейк Персия, появился фокус. Отлично. Мы вкачаем теперь Академию Советскую Флотскую. А тут можно уже рисовать планы. Я отправлял Тухачевского, Рокоссовского.
Да. Тухачевский и Рокоссовский, они на Тегеран пойдут. Рокоссовский, где ты там? Да, вот. Тебя я отправлял. Тоже сюда. Захват Персии. Так, а сюда я отправлял, получается, вот Тимошенко. Тимошенко, задача тоже, наверное, до Тегерана добраться. Только с другой стороны. Отправляем требования. Так, ленд-лиз никакой. А, подожди, я еще войнушку убью. Declare war. Annex. Все, понеслась. Пакт о ненападении с Бирмой. Я, в принципе, согласен подписать. Че, когда там конфа будет? Алло. Мы тут уже 1 000 000 человек набодали. Все, с монгольским ханством. Забрал сын вот эти вот веселые пробы. Так, тут вообще сохраниться не помешало бы. Ага. Так, и давай посмотрим. Нифига себе, чита 511 очков стоит. У него просто 185, он не заберет Тибет. Гарантированно. Но может забрать тут. Тут у семеру я бы забрал Яркент. Потому что надо. С другой стороны. Ладно, я если что переиграть смогу ведь. Пас. А, он не хочет. Больше уже ничего. Сын этот. Или хочет, он тоже пропустил. Вот эти, наверное, право хочет монгольские. 1104. Прелесть просто. Ладно, давай я тяпну вот эти. Террорист смогу. А, тут тоже не выходит. Ну, слушай, он тогда весь монгольский ханат сожрет. Давай что-то хавать у него потихоньку. Что мы... Так, это нельзя, конечно. Так, на 90. Вот это пока не могу забрать. Забрал, зараза, Тибет. Но я забрал Яркин. Теперь у меня, в принципе, нормас тут. Да, вот эту проводочку с рейсами хорошими заберу. Урумчи. С Урумчи не получится у меня. Так, купим очки. Вот это забираю. Так, все, Цин больше ничего не хочет. Он передает свои очки мне. Так, ну тогда я заберу все его провод. Мне надо 1000. Где-то. Все, вот так съедаю, чтобы было. Все. Такой вот Цин немножко восстановил свою славу былую. Ну и мы немножко покушали, да? Так. А вот, даже красивые границы сделали. Молодцы какие. Ух ты, на Персию неплохо идем. Я возьму и отправлю войска Фрунзе. Во-первых, я их соединю с Горбатовым. И войска Фрунзе, вот эти вот объединенные, они пойдут на Индийский Доминион. Вот так пока намалю. Как дела у нас в Канаде? Да вообще прелесть. Так, отвалил. Отвалился план немножко. Кто приказывает? Сейчас надо тут. Кто у нас тут? Власов плюс. Говоров, да? Че у тебя? Ага. Внимание! Ну давай я на обоих оставлю. Готов. Не буду объединять их пока. Намалю им добраться до Талы. Если смогут. Если не смогут, ладно. Пока, в принципе, за них беспокоиться нет смысла. Надо смотреть по обучающимся дивизиям моим только. Так, интеграция Транссибири. Получили мы себе ЗППшку. Тире. Монгольское ханство, естественно, я не буду освобождать. Я пойду немножко в минус. А, нет, не пойду я в минус.
Русская железная дорога, да? Railroad. Вот, супер. Отлично. Ну, я сейчас еще немножко подожду, потому что тут, может, что-нибудь мне насчет... Насчет кого, кстати? Да нет, тут чисто Или нет? Клайме. Ну, тут много интересных личностей, просто типа кликома, чем-нибудь такое. Поэтому давай подождем немножко, где-нибудь до 400 подкопим. Потом мы с моим правительством все что поведем. Так, как дела у Питена? Ой, что-то у нас истощение тут пошло. Надо тогда поскорее добраться до Абиджана. Потому что истощение тут что-то реально какое-то конченное. Флот съедаю. Они дохнут с одной стороны, с другой стороны, вот видишь, какая печалька тут. Греки не нападают. Ну, молодцы, умные ребята. Тут в Battleship можно пойти, подкачать. И на производство поставить. Кстати, мы же заводы полюбасы. Да. Отлично. Вот так сделаю. Телегия нам нужна. И там поломанные заводы есть еще. Это тоже надо иметь в виду. Апгрейд вкачали. И так, давай, антитанковый апгрейд. ПВО у меня, по-моему, только в одном шаблоне используется. И то там практически не балуюсь. Сербы, кстати, не слабенько тут стоят. А, кстати, а чё ты ничего не делаешь-то, Рудька Малиновский? Так тебе. План. Все, мы продавим их. Там просто кучу людей наплодили. В этом вся сложность. Я готов. Смирно. Так, тут, кстати, еще городок не надо кавалерии тяпнуть. Да? Доминион Индия капитулировал. Лики новости. 50% оборудования их мы получили. Все, теперь это все бхагатская коммуна стала. Как бы забавно это не казалось. Ну, так или иначе, хорошо. Что все вот так вот случилось. А, тут у нас дурацкое озеро, поэтому ничего и не получается. Давай сейчас я продавлю. Тут кто-то пойдет маршировать на Тегеран сразу. Так, Сербия. Все, Сербию мы замочили. Сербию я, естественно, кушаю. И потом освобожу ее как республику. Социалистическую. Исхода. Путешествие в страну Дудидан. Продолжается. Так, и теперь надо вот эту армию в Грецию кинуть. Так, никто тут не балуется. Мы на конвой охотимся спокойно. Так что Жукова... Готов. Давай сюда. По линии. Рудьку Малиновского отправим в Албанию. Потому что Албания тут последняя не покорилась мне, и надо бы ей цельвойная правда сейчас. За ППшечку. Вот. Так вот. Греки. А кстати, греки отменили, что ли, оправдание цельвойной? Что-то странно как-то. Или не вступились. Вот евреи. Обещали помочь своим друзьям, да, и. И ну нафиг. Так вот, Сербия, Советская Республика. Освобождаю Сербию. Музыка что-то слетела. Я готов. Кстати, тут еще Фритаун есть, но мы... А, мы можем на него напасть. Попробуем. Там дофига, правда, дивизий вражеских. Это нас не остановит, как бы. Так, отвалился ивент какой-то. Так, по поводу Бхагатской коммуны сейчас надо будет еще решить. Тут надо бы в столичку двигать уже, да? Здесь, господа, давайте продавим ручники всех противников. Все, сейчас план объединится. Надеюсь, и все по красоте пойдет. Дядька Фрунзе. Фрунзе.
С Бермой, видимо, не вступает в... А мы все равно тут пройти не сможем. Ясно. Ну, в общем... В общем, как получается. Надо дождаться, когда... Или не нужно ждать. Это... Можно Фрунзе просто отправить сейчас, грубо говоря, далеко и надолго. Сюда. Ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Не очень веселые новости там. Однако, мы идем до Оттавы, но план сломался опять. Поэтому будет уместнее, наверное, здесь оставить только кавалерию. Вот. Кавалерийские отряды у нас за Говоровым, да? А отряд Власова... Слушаю. Сейчас Власову я удалю тогда план. One Divisions, Вайсу, Сириус. Так. А, вот, у Власова еще план тут какой-то. Вот Власову я нарисую пока сюда. Ой-ой-ой-ой. Вот эти чертовы озера, они бесят немного. Давай тогда так. Чтоб ты пошел и тяпнул. Прям вот эту хрень. Все. Отлично. Просто прелесть. Так. По поводу Фрунзе я пока не знаю. Может, ему действительно стоит тут постоять, подумать. Просто растягивать 41 дивизию вот на весь вот этот цин будет проблематично. Поэтому пока цином лучше не заниматься. Подождать немного. Зато вот когда цин разгребет с империей Японии, когда мы разберемся с Ираном вместе с этим, то можно будет, в принципе, что-то тут придумать. Интересное. Слушаю. Так, а тут надо пойти столицу тяпать. Внимание! Появились, кстати, уже неприкрепленные дивизии какие-то. Вот десяточка, да? Десяточку я отправляю прямиком в Канаду. Так, а как там Питен поживает? У него опять столица улетела. Ух ты! Шапочка твоя, что творит? Ты что, истощаловка? Да господи боже. Как вот это бесит. Выходим! Тут истощаловка вообще кошмарит. Готов. Есть ребята с непонятками еще в приказах, их, наверное, стоит стянуть. Так, ну одну дивизию все равно отправлю тоже. Подзахватывать. Слушаю. Тут подзахват... Что-то вообще в планах непонятки лютые у людей. Выходим. Надо походить, подзахватывать реально. Что там? Война с Канадой, да? Commonwealth of Canada. French Republic там, ну, чуть-чуть буквально осталось, чтобы с ним разобраться. Сейчас лишим их моря. Так, а немцы меня откинули. Бывает. Так, это мы с кем там? С персами разобрались. Персия Take All States, и при этом мы еще с Персией, мы ее аннексируем. Ну, потому что по фокусам. Так или иначе, круто же. Дан. Все, с Персией разобрались. Доминион Индия аннексирован. Че, Доминион Индия аннексирован? В каком месте? Что-то я прикола не понял. А, или он сепаратку с Бухарадской коммуной... Да не знаю, я что-то не понял, все равно прикола. Ладно. Это не суть. Так, туда никто не балуется выставками почти уже, да? Из немцев. Немцы пытаются высадиться, но терпят неудачу, скажем. Ладно. Давай тут уже тогда довоюем. Там эпизод можно будет закончить. Так, Персию я не буду освобождать, мы ПП потратим на персов, на персиков. Так вот, ой-ой, коняку убили, что ли? Нет, Говоровскую коняку не убили. Тут какая-то дичь просто произошла опять. Выходим! Как-то тупо получается. Так, ну, ребята идут, захватывают хоть так.
Сейчас сюда еще одна армия приплывет, ее мы прям на Оттаву кинем. Батл с одной дивизией ведется. Вкачали Советскую Академию. Донайской Федерации никаких ленд-лизов я с ними не буду проводить. Так, Трансамурский кризис остался в фокус. Революция в Трансамуре. Но это... Нет, можно. Можно. Мы же все равно сейчас с Цином. Цин будет помогать спасаться от высадок вражеских, да? Но флота у меня тут не очень много. Это проблема может создать. Но зато армия у нас есть. Да? Флот Цина в любом случае воюет. Очень даже не слабенько. Ну, то есть Цин, в принципе, может быть, тут уже и выиграл весь флот Японии. Можно попробовать. Ну, давай это на следующий эпизод отложим. Вот, я пока. Тренировку армии Бахман. Как раз там тренируем кого-то. Какие-то дивизии я поставил. Так. Вот, все. Да захватываем уже эту фигню. Все, дядь капитан капитулировал. Прелесть. Great news. Все, здесь капитаном разобрались. Добились его веселой капитуляшки. Ну вот, тогда, в принципе, зря я вечный фокус отменил. Давай. Давай тогда уже не вечный, а такой поставим качать. Это уже на будущий эпизод. Вот, дядьку Фрунзе тогда отправляем в Амур. Это у нас Мерецков, по-моему. Так, его тоже надо бы, наверное, к Фрунзе присоединить. Так, Мерецков к Фрунзе. И весь Фрунзе отправляется отсюда. Сюда пока. Что касается Тухачевского, Конева и остальных... Тут, тут у нас... Нет, Конев у нас полезными делами, брат, занимался. Готов. Патрулил. А слушай, можно Конева отправить как раз таки вот сюда. Всякие приколюхи выдумывать с Канадой. Так. Это надо флот запрячь. У меня есть же какая-то флотилия. А, у меня еще и доступа нет. Вот это вообще тупость. Вот почему у меня флот плавать тут не мог. Вот есть маленькая флотилия, да? Команда Левченко. Да? Сейчас Левченко сюда переместим магическим образом. Да, тут мы можем, в принципе, много чего начать патрулить. Даже Лабрадор попробовать. Не знаю. Хотя, ладно, я подумаю, наверное. Пока. На этот счет. Вот. А вот что касается непосредственно Тухачевского, Косовского... Насчет них, вот не знаю, сложно тут сказать. Их можно, кстати, в Африку отправить, дальше истощаться, типа, да. В конце концов, Судан же братюнь мой. Да, марионеточный. Мы можем пойти в Middle Африку, тяпать ее. При помощи кавалерии и пехоты. То есть нам вот так можно пойти на столицу, типа... То же самое с Рокоссовским. Так. Пока сюда. Пока сюда, ориентировочно. Вот, так вот. Ну, а на этом, я думаю, закончим. Сохранюсь. С вами был Дмитрий. Подписывайтесь на канал. Для видео с этих подсвер. Всего доброго, увидимся. С вами в продолжении. И помните, что все самое интересное еще впереди. Thank you, guys.